Чемпионаты первенства страны по ушу проходили в Москве. В состав сборной Южного федерального округа вошли две сочинки – Злата Хорохордина и Виталия Ильина. По итогам турнира Злата Хорохордина завоевала две медали – золото и серебро. Я выиграла их в парных мячах, это второе место у меня, и выиграла в цепи, китайское название дзюдзюбянь, это первое место. Было достаточно сложно, потому что приехали девочки из разных уголков России, они все были сильные. Золотая медаль Златы стала четвертой с первенства России. Каждый год на главном старте страны она показывает самые высокие результаты. Чемпионат проходил в дисциплине кунг-фу, это традиционное ушу. А сейчас команда готовится к чемпионату России по таолу. Эта дисциплина вошла в программу юношеской олимпиады, которая пройдет в Дакаре в 2022 году. А чемпионат России по таолу состоится в апреле в Москве. У нас сейчас готовится достаточно сильная команда. Мы благодаря нашему тренерскому штабу стараемся плодотворно работать каждый день. И за счет, во-первых, поддержки города и поддержки Кыргызской Федерации мы стараемся как бы каждый год вывозить на первенство России не менее 10 спортсменов, из которых, в принципе, 80% приезжают с медалями. Чемпионат России станет отборочным на Европу. Ну а в конце года в Марокко пройдет чемпионат и первенство мира. Это главный старт, на который нацелены сочинские ушуисты.